Один из особенных избирателей региона – ветеран войны Яхия Тасыров. Несмотря на свой преклонный возраст, Аксакал на 103-м году жизни в отличной форме и по-прежнему принимает самое активное участие в общественной жизни. Сегодня, по обыкновению, герой войны первым пришел на свой избирательный участок. Яхия Тасыров – последний солдат Второй мировой войны в Сардаринском районе. Он был призван на фронт в 20 лет. Боевое крещение получил под Сталинградом. Потом была Курская дуга. Бои за освобождение Беларуси, Польши. До сих пор ветеран носит в ноге один осколок, как память о той войне. О героизме бывшего фронтовика говорят его награды. Ордена Отечественной войны первой и второй степеней. Красной звезды, медали за отвагу, за победу над Германией. У ветерана войны особое отношение к выборам. За свою жизнь он не пропустил ни одних выборов. Бывший фронтовик считает счастьем в мирной независимой стране изъявлять свою волю. Выборы пусть будут успешными, пусть новый аким будет достоин нашего доверия. Пусть берет в себя мудрость трех би – Туле, Айтеке и Казбека. Аксакал не по годам бодр. Секрет долголетия в позитивном настрое и физкультуре. Каждое утро боевой дед, как его называют в районе, проходит пешком по 2 километра. Старый солдат благодарен судьбе, выполнил свой долг перед родиной, вернулся живым с войны, создал семью, дождался правнуков. Дальше им нести эстафету, достойно жить и верно служить своему народу.